Добрый вечер, дорогие друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет прохождение новой игры, и сегодня у нас в заказах, так сказать, наступила новая игра. Она называется Готика 2, Ночь Ворона. Заказ от нашего товарища Жеки Низмакова, наш Маганах, который смотрит, так сказать, частенько наши стримы. И вот, наконец-таки, наш товарищ дождался данного заказа. Ну что ж, игра 2005 года. Насколько я знаю, это прямое продолжение первой части, которую мы, кстати, проходили, ребята. И данная игра довольно-таки расскажет нам о новой, так сказать, ветке сюжета. Ну, точнее, продолжении первой части. И расскажет судьбу, дальнейшую судьбу нашего главного героя, который был в первой части. В общем, ребята, всех приветствую, всем приятного просмотра. Давайте начинать. Да наступит, как говорится, Готика 2. Поехали. Так, запускаем игру. Играть мы будем в окне, но вам как бы будет нормально все видно, так что не переживайте, ребята.
Все будет тип-топ. И да, ребята, у меня еще есть важная новость. То, что вчера у меня какая-то херня вылезла на Ютубе, непонятная, какая-то то ли ошибка, то ли что. В общем, какая-то проблема связана с одним из видео. Видать, это был тот момент, когда мы смотрели последний раз фильм. И в итоге, короче говоря, как я понял, у меня заблокировалась возможность вести трансляцию на YouTube. Где-то, наверное, на 90 дней, как я понял. Ну, пока что еще неизвестно точно. Письмо я отправил. Если что, мне ответят, я почитаю. Дам вам знать. Так что, ну, в крайнем случае, ребята, ближайшие, если даже все так плохо будет, то в ближайшие 90 дней на Ютубе трансляции прямых не будет. Но записи, как говорится, будут в любом случае, а также будет выложено, ну, соответственно, записи будут выложены, и, соответственно, будут, там, как обычно, записи идти, ну, прямые трансляции идти на Твиче, на Гудгейме и на группе ВК. В будущем, возможно, еще какую-нибудь платформу я подключу. Я сейчас об этом думаю, смотрю, какую платформу лучше подключить. Так что, ребята, если кто на Ютубе в записи это сейчас смотрит, переходите на Twitch, подписывайтесь туда или на Goodgame, ну или с ВК смотрите. В общем, пока так. Так, ну что, поехали, ребята, запускаем игру. Забыл я кое-что поправить в игре. Так, запускаем игрушку. Сейчас мы ее запустим. Я забыл вниз направить, чтобы было видно меня. Все, теперь все видно, все отлично. Так, к сожалению, нельзя окно сдвинуть. Ну ладно, главное, что вам все видно. Так, ну что, мы начинаем новую игру. Доставка, опции. В принципе, я тут все настроил, можно начать новую игрушку. Поехали, ребята. Так, узнаем, чем же все дальше, так сказать, продолжилось. Один заключенный изменил судьбу сотен, но он заплатил за это высокую цену. Ну, у меня, ребята, эта игра заморосила. Обычно какие-то дурацкие проблемы из ниоткуда вылазят. Так, давайте запустим еще раз. Запустить игру. Может быть, сейчас все будет нормально. Заключенный изменил судьбу сотен, но он заплатил за это высокую цену. Так, ребята, момент. Не надо отойти. Я чувствую. И над нами нависла новая угроза. Да, не чувствуешь, сейчас. Так. Так, ребята, подождите, пока
Мне надо отойти, скоро будет. Так, я снова с вами, ребятки. Моя вебка умеет поймать, как всегда, кадр прекрасно. Надо было переходить на ноутбук, чем сюда опять возвращаться. Так, ладно, свойства. Там как-нибудь включить. Деактивировать. Активировать. Сюда, отлично. Так, запускаем еще раз игру. Теперь продолжаем этот раз. Извините, надо было отойти, ребятки. Так, поехали, новая игра. Один заключенный изменил судьбу сотен, но он заплатил за это высокую цену. Он победил спящего и уничтожил барьер,
Но когда остальные заключенные вырвались на свободу, он остался лежать под грудой камней. Это я отправил его на бой со спящим. И теперь я вызволю его оттуда. Он слаб и многое забыл. Но он жив. Он вернулся. Вот такая вот завязка сюжета. Я и не думал, что нам с тобой доведется встретиться снова. Я чувствую себя так, будто 3 недели пролежал под кучей камней. Так оно и было. Ты выжил только благодаря магии твоих доспехов. Я уже начал опасаться, что не смогу вытащить тебя из-под развалин храма. Но хватит об этом. Сейчас-то ты здесь, и над нами нависла новая угроза. Что это за новая угроза, о которой ты говоришь? По крайней мере, у нас сейчас достаточно времени спящего уничтожения. Так, ну допустим, времени типа достаточно. Ну, по крайней мере, у нас сейчас достаточно времени. Я сделал это. Спящий был изгнан. Ты победил его. Да, это так. Но не в наших силах остановить войну, которая разгорается сейчас. Своим последним яростным воплем спящий привел в движение армии тьмы. Это был приказ всем созданиям тьмы. Слово силы, которому они все обязаны повиноваться. Его последним приказом было: «Идите!» И они пошли. Все. Даже драконы. Драконы? Это творение древней силы. Я чувствую их присутствие. Даже здесь. И они собрали вокруг себя целую армию из низших существ. И где эта армия сейчас? Лагерь этой армии находится недалеко отсюда. В долине рудников, около Хариниса. И она готовится к атаке. Но это еще не все. Есть еще кое-что, что угрожает нам. Об этом я узнал лишь недавно. Уход другой угрозы, ты говоришь. После исчезновения барьера и уничтожения спящего, гнев Белиара стал еще страшнее. Мощнейший артефакт будет возвращен в этот мир, так пишут в древних книгах. Когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски, этот поиск начался давным-давно. Во время поисков приспешники Белиара оскверняют древнейшие алтари богов. Хранители этих священных реликвий пробудились, и гнев сотрясает землю. Каждый сильный маг на этом острове способен ощутить их гнев. И некоторые из них определенно начали готовиться к встрече с угрозой. Привет, Юра. Приветствую. Загомеза. Загомезе. Ты должен стать их союзником. Это единственный способ остановить Белиара. Что мы можем сделать? Тогда давай попробуем носить отсюда ноги нужного оружия. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? На этот раз самим нам не справиться. Только сила Инноса может помочь нам в борьбе против этих драконов. В городе Харинис, что неподалеку отсюда, остановился отряд паладинов. Они обладают сильным артефактом, который может помочь нам победить этих драконов. Они называют его «Глаз Инноса». Ты должен завладеть этим артефактом. Расскажи паладинам о надвигающейся угрозе. Ты должен убедить их предводителя поддержать нас. А после этого ты должен найти артефакт Белиара.
Это противоположность глаза Иноса. Он не должен попасть в руки зла. Что такое глаз Иноса? А почему паладины должны отдать мне этот глаз Иноса? А как мне добраться до города? Мне нужно оружие, я немедленно прошу путь конец. Так, что за глаз такой? А что такое этот глаз Иноса? Это амулет. Легенды гласят, что сам Инос вложил часть своей силы в этот амулет. Он восстановит часть твоей потерянной силы и поможет нам победить драконов. Также он обладает и другими скрытыми возможностями. Я расскажу тебе больше, когда этот амулет будет у тебя в руках. А почему паладин должен дать мне этот глаз Иноса? А почему паладины должны отдать мне этот глаз Иноса? Потому что ты тот, кому судьбой предназначено носить его. А откуда тебе это известно? Есть несколько причин полагать это. Вот самое важное из них. Ты победил спящего. Если бы тебе не благоволили боги, ты бы давно уже был мертв. Предположим, что ты прав. И мне действительно предначертано носить глаз Иноса. А откуда паладины узнают, что это правда? Глаз сам выбирает того, кто может носить его. Когда ты наденешь его, все сомнения паладинов рассеются. А как мне добраться до города? Мне нужно оружие. Так, как мне добраться до города? Просто иди по тропинке, ведущей отсюда через горы. Город большой, ты его не пропустишь. Но будь осторожен. Путь в город полон опасностей, а ты сейчас далеко не так силен, как был раньше. Значит, мне нужно оружие? Мне нужно оружие. Я могу дать тебе только то немногое, что у меня есть здесь. Посмотри в моей башне. Ты можешь взять все, что покажется тебе полезным. Я немедленно отправлюсь в путь. Конец. Я немедленно отправляюсь в путь. Хорошо. Еще одно. Не говори никому, что разговаривал со мной. И прежде всего, не говори об этом магам. С тех пор, как я отошел от них, круг огня считает меня мертвым. И это очень хорошо. Часть первая. Угроза. Это начнется же игра, как говорится. Так, понятно, в общем. Миссия ясна. Вот она, любимая родная готика, ребятки. Так, надо сейчас вспоминать, как там что было, но я думаю, вспомним, что да как. Так, башня нам уже знакома по первой части, как, собственно, маг, который нам помог угомонить спящего, скажем так. Так, взял зелье. Стол. И как я это сделаю? Так, ну перевод, конечно, другой у главгероя. Мне, честно говоря, больше заходил виндизельский перевод, который был в первой части. А так, в принципе, ну, пойдет. И как я это сделаю? В принципе, пойдет, хотя он немножко такой какой-то тусклый по сравнению с первой частью. Инстант. Лечебные зелья, ингредиенты, лечебные эссенции, лечебные травы, лечебный экстракт, два лечебных растения, лечебный эликсир, два лечебных корня. Это, как я понял, эти рецепты. Для работы на алхимическом столе необходима мензурка, чтобы сварить любое лечебное зелье или зелье, усиливающее магическую силу, необходимы особые ингредиенты растения уголовый горец. Чтобы сварить зелье, имеющее перманентное действие на тело или дух, необходимо определенно растение царский щевель. Это, конечно, все хорошо, но сейчас нам не до этого явно. Камень, табличка какая-то. О, это где гарпии, что ли? Это вообще были в первой части. Так, слишком далеко, здесь сундук у нас. Так, кресло. Тяжелый суп. И как я это сделаю? Так, пока смотримся. А
О, привет, точка Фью. Где DX1, где графон? Графон здесь, все при нас. Все при нас. Так. Что-то я там понахватал каких-то вещей. Знакомые места, кстати. Мирный стенд. Опыт дали охоту и трофей. С каждого зверя или животного можно получить трофей, принадлежащий славу благосостояния охотника. Опытного охотника. Опытный охотник знает все о трофеях, жертве и как получить их. Изъятие зубов, зубы — это оружие многих зверей и животных. Если вы знаете, как изъять их у вашей жертвы, то волков, снайперов, маракарисов, болотных акул и троллей можно считать лучшими целями. Снятие шкур. Талантливый опытный охотник высоко ценится, но не всегда можно. Много шкур, овец, волков и маракарисов. Например, очень опытные охотники могут также снимать шкуры болотных акул и уокеров. Взятие когтей — это искусство применимо ко всем типам ящеров, снайперам, уокерам и маракарисам. Еще и версия непатченная, голос репертуара вместо гланса. У меня как раз таки пропатченная версия, но я, блядь, не то выбрал, что ли, я не знаю, там три варианта было. Я вроде выбрал пропатченную. По ссылкам я не вижу. Книжный стенд. Ниже за смайлика, дающие моментные изменения, ингредиенты, эликсир ловкости, ягода, дельская скорость, один сапфир трава для этого зимних элементов, царский шевель, колдовец. Эликсир силы, один драконий корень, эликсир жизни, один черный корень, эликсир духа, один корень. Ну, типа, это высшее алхимическое искусство, все они требуют царского шевеля. Зелье скорости варить значительно легче и эффективно, потому что для него не требуют царского шевеля. Понятно. Всякие рецепты. Остров. Портовой город Хорису находится на острове у побережья королевства Миртана. Этот остров известен прежде всего своей долиной рудников. Они ходят разные слухи. Много лет она была закрыта магическим барьером, служила тюрьмой для всех осужденных королевства. Таким образом, долина стала тюремной колонией, для которой не глубоко под землей добывали магическую руду. Неподалеку от Хоркинса находится несколько ферм, и крестьяне на плодородные почвы выращивают пшеницу, репу, а также разводят овец. Уже многие поколения сам большой ферм принадлежит Рэндору, который сдает в аренду принадлежащие земли другим фермам. В центре острова находится древний монастырь Юнаса, возглавляемый магами огня. Они проводят там исследования в области магии и алхимии, а также делают непростое вино. У меня нет отмычки или ключа. Ключ, отмычка, книжный стенд. Путь воина. Лучшая защита – это хорошее нападение, по крайней мере, когда дело касается зверей. Бесполезно парировать зверей или монстров. Лучше всего держать врагов на расстоянии при помощи точно выведенных ударов, а затем нанести неожиданную комбинированную атаку. Привет, Коляна. Доброго тебе вечера. Давно тебя не видел. Добро пожаловать. Приятного просмотра. Конечно, только опытные бойцы могут пользоваться комбинациями. Если вы станете мастером боя, вы даже сможете использовать несколько комбинаций. Так, это я все читал. А вот, собственно говоря, ключик. Так, золото, цвет, отмычка, кинжал. Урон 5, необходимая сила 5, нарушена оружие, цена 5. Угу. Свиток необходим, ман бизнес минуты, цена. Так, тяжелый сук, учебный эссенция. Ключ к сундуку. Дальше мы к Сардусу.
Ну-ка. Так, это, короче, мои вещи, понятно. Все, взял. Давай, уточка, все приятно тебе. Прохождение. Ну, вот, тем более. Статуя Валериан. Лица. Хочу помолиться, пожелать видеться здоровья. Хочу помолиться, пожелать видеться. И помолиться, ничего не жертвовать. Че за хрень? Молился, блин, на свою голову. Так, ладно, отсюда мы валим. Здесь делать нечего. Там будут имущества, я заметил. Высосал, к сожалению. Так, что у нас тут такое? Еще сундук. Так, факел, золото. Очень легкий хранение, огненный шар. Понятно, понятно. Вода, факел. Так, хорошо, смотрим дальше, что у нас тут. Золото везде разбросано. Черный гриб, черная трава, снег, ягода. Пояс, снипер, трава. А где болотник, ёпта? Луговая трава, лесная ягода. Вроде все. Мы там, по-моему, сварить можем что-то в котелке, наверное. Так, на выше было. Да нет, ладно, в общем, выходим отсюда. А, это здесь было. Строухимика. Летует зеленан. То есть лечебное зелье. А, теперь можно зелье готовить, понятно. Готовить особое зелье. Зелье маны. Принять алкоголь. Смешать табак и свернуть косяк. А выбрать болотный трол один косяк. Ингредиентов нету.
И как я это сделаю? Так, что у нас там минута есть? Чернесенция, вода, травушки. Так, оружие сделали. Самогон деньги. А мне сначала надо понять, что делать в игре, как и что делать. Потом уже будем гонять самогон и все делать остальное. Давайте что ли сохранимся. Да, графику, конечно, знатно доработали. Нет, я вообще не играл в готику. Вторую. Первую только один раз в жизни. Просторы. О, эти мелкие засранцы, что ли, ну их нахер. Их еще помню по первой части. Это волк, понятно, короче. Это же гнида, а? Как достать-то оружие, блин? Ага. Лук, черный гриб. Ой, будет весело, особенно ночь ворона сразу. Да? Ну что, мы не такое проходили. Так, что такое кинжал? Надо этот лучше взять. Черная трава. О, секрет нашел. Стрелка до хера. Короткий лук. Свиток. Зелье. Офига, я тут клад нашел. Блин, опять моя дурацкая вебка потухла. Ладно, ребята, в общем, без вебки будем играть. Походу. Привет, Даркнайт. Доброго тебе вечера. Так, вот я вижу какую-то непонятную зону, скажем так. Так, что у нас там есть? Лук. Лук, кстати, хороший есть на самом деле. Сенсия маны, сенсия лечения. Ага, вот так понятно. Жим, вода. Все понятно. Драконий корень, цена у корень, нифига он тут стоит дорого. Как игра, да мы только начали, пока еще судить нечем. Но игра хорошая. Игра однозначно хорошая. Вебка у меня плохая. Вебка под люком плохая. Так, поплаваем пока. Что у нас тут есть интересное? Вот ничего. Так, мы пойдем тогда дальше по тропинке. Вот,
орка, да, у нас тут? Да, молодой волк. Так. Неплохо. Мясо. Из этого не выйдет ничего хорошего. Нечего взять. Нечего взять. А мы возьмем что-нибудь. Так, что-то можно водичку выпить. Что-то нас нехило так-то колбасит. А, у нас здоровье маленькое, почему переживаем-то. Черное растение. Ох, вспоминаю свою первую бочку, когда проходил на стриме. Ох, ностальгия. Так, там кто-то есть. Тяжелый суп. Гоплин. Там ничего нет. Кого? Эй, ты! Для проблемы. Проблемы? Черт! Я не знаю, где они все прячутся. Убиваешь одного, и вскоре они все возвращаются. Погоди минутку, я тебя знаю. Ты тот парень, что постоянно клянчил у меня стрелы в долине рудников. А что с вебкой, Серега? Вебка у меня любит отваливаться. Вот в чем проблема. Приветствую, Ксардекс. Ксардас, добро пожаловать на канал. Приятного просмотра. Что-то не припоминаю. Меня зовут Кавалорн, верно? Это тот охотник, что ли, если не ошибаюсь? Тебя зовут Кавалорн, верно? Ага. Я вижу, ты все-таки не забыл меня после всего, через что мы прошли в этой клятой колонии. Куда ты направляешься? В город, назад в долину рудников. У меня нет определенной цели. Но я вообще, по идее, направляюсь в долину, ну, в город, допустим. Пирокарм пообщаюсь, я надеюсь. В город. Ну-ну, в город. У тебя могут возникнуть сложности со стражей. Они уже не пускают каждого прохожего. Весь район кишит бандитами. Несколько дней назад один из бывших заключенных долины рудников проходил здесь. Он сказал, что постоянно покидает Харинис и возвращается. Он пошел в долину под Белой башней. Должно быть, где-то там есть проход около водопада. Может быть, тебе стоит с ним поговорить. Известные на тебе доспехи. Что ты делаешь здесь? Что ты здесь делаешь? Сижу на месте. Если бы не эти чертовы бандиты, меня бы здесь не было. Что такое с бандитами? Что такое с бандитами? Ты что, с луны свалился? Я говорю обо всем этом сброде из исправительной колонии, которые чувствуют себя здесь как дома. Грабят и убивают всех, кого могут. Думаю, мне повезло, что они меня не убили. Я отвлекся буквально на секунду, и меня уже оглушили ударом сзади дубинкой по голове. Даже не знаю, как теперь получить свои вещи обратно. Да, Удочка, я согласен, но другого не имеем пока. Интересные на тебе доспехи. Тебя ограбили разбойники. Тебя ограбили разбойники? Да, они выключили меня и бросили на завтрак гоблинам. Это были очень важные для меня вещи. Письмо и все деньги. Мне просто необходимо вернуть их. Но без компаньона, который мог бы меня прикрыть, я не вернусь туда. Эти трусливые твари! Интересно, ты не так. Могу я помочь тебе с бандитами? Могу я помочь тебе с бандитами? Возможно. Но ты выглядишь таким тощим. Ты наверняка не держал меча несколько недель. Ну, у меня нет выбора. Так что я принимаю твое предложение. У меня мало времени. Так, слушай. Вниз по этой дороге располагается одна из тех грязных дыр, где прячутся бандиты. Именно те ребята, что там сидят, меня и ограбили. Скажи, когда будешь готов.
и мы поймаем преступников. Интересно тебе так, я уже раз здесь читал, мне нужна экипировка получше. Пойдем разберемся с этими ребятами. Мне нужна экипировка получше. Мне нужна экипировка получше. Эти свиньи не оставили мне почти ничего. Я могу дать тебе волчий нож. Этого пока хватит? Ты называешь это ножом? А что по поводу лечения? У меня есть еще два лечебных зелья. Нужны? Конечно. Давай сюда. Самое забавное, что... Так, получен еще. Самое забавное, что Готик 1 из Снежков была прекрасно озвучена. Интересно тебе... Так, пойдем разберемся с этими ребятами. Пойдем, разберемся с этими ребятами. Конечно. Следи, чтобы ко мне не подходили сзади. Ладно? Теперь их ждет неприятный сюрприз. Так, ну мы сохранимся, естественно, на второй слот. Не помню, Марин было 2-1 Г1 была. Блин. Вот не помню. В Г1 было две озвучки разбитые снежки. Ну, я-то вообще не знаком с одной озвучкой. Так что сказать ничего не могу. Так. Что там такое тяжелый суп? Там ничего нет. Так, я иду. Кто там подонок? Ах ты, сосунок! Я даже золото забрать твое оружие. Ах ты, сосунок. Ох, блин, нифига у твоего сосунка там настоящий гром моряков. Дать он мне не сильно помог. Так, убавка здоровью, убавка здоровью. Объявление розыска, отмычка. Это бандит, значит, был, да? Все, это вот этот единственный бандит или кто-то еще был? Посмотрим, что у нас там есть. Так, из оружия. Ух, блин, вот так понимаю вещи. Так, а куда он убежал-то, я что-то не понял. В пещеру ушел, что ли? Так быстро убежал, что я даже не успел заметить, куда он там делся. Ты ему с бандитами должен помочь. Ну это да, что-то графоне не завезли. Графоне, да, к сожалению... Ну, можно, конечно, подтянуть, я думаю, еще какие-то моменты. Игровые опции. Опции графики. Это не то, скорее всего. А, волны на воде, сглаженные воды, ветер, тени от облаков, фон эффектов. Ну, то, что есть, как говорится. 100. Не в ту пещеру, которую подумал. От какой пещеры я? От какой пещеры я подумал? Так, ладно, сейчас я думаю, найду его. Он вообще как-то побежал, непонятно, опыт плюс 30. Он уже кого-то гасит, ух, фига там. Я пока грибочки тут пособираю. Так, где он вообще? Опять каких-то сосунков там. Да ты охерел, волчара. Первая смерть, записывайте. Нормально, нормально, ребят, это обычное дело. Ну хотя бы я сейчас его не потеряю, что уже хорошо. Ты заслужил это, подонок. Повернись налево и сзади увидишь лестницу. Это вот эту. Ах ты, сосунок! Я думаю, лучше даже забрать. Золота с собой нет. Слушайте, сосунок, мне нравится эта озвучка. А, сюда. Спасибо, Сардос. Я сразу не понял. Я думаю, это просто какая-то другая часть прохода.
Так, тихо. Да он, по-моему, прям сам прекрасно справляется там. Ты заслужил это, подонок. Черный грибочек. Так, пиво, рыба. Запечатанное послание. Письмо было тщательно запечатано. Кучок сундука. Интересно. Что у нас тут лежит? Так, давайте посмотрим. Короткий лук, золото. Много золота. Стрела. Это то, что надо. Париться шипами. Так, что там еще есть? Какие-то новое оружие нам дали. Вроде что такое. Кинжал. Бандитло. Свое сообщение, отмычка. Косяк из болотной травы. О, болотничек. Сейчас мы закурнем хорошенечко. И отправимся в страну вечных снов. Так. В этой пещере все понятно уже. И опять он куда-то как-то испарился из виду. Нет, его тоже тут нету. Ладно, идем дальше. А вон кто-то ходит. Что с ним не так? По-моему, курнул болотничка. Подожди минутку. Серега, а у тебя уведомления на рейд отключены, что ли? Не знаю, вроде. Я, честно говоря, не проверял. Ты имеешь в виду на Твиче? Интересно тебе доспехи. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Ты можешь научить меня кое-чему? Конечно, ты это прекрасно знаешь. Приятель, ты действительно много потерял. Ты и правда ничего не помнишь, да? Интересно тебе доспехи. Хочу обучиться тому, что ты умеешь. Я хочу обучиться тому, что ты умеешь. Хорошо. Что именно тебя интересует? Одноручное оружие, лук, красный, давайте... Наверное, прокачаем одноручное оружие. Возвращайся, когда у тебя будет больше опыта. Да, выучу качать. Так. Интересные тебе доспехи. Интересные на тебе доспехи. Ты больше не принадлежишь к теням? Тени? Они не существуют с тех пор, как пал барьер. Когда мы могли наконец уйти из долины рудников, незачем было оставаться с ними. Теперь я работаю на магов воды. Я принадлежу к кольцу воды. Кольцо воды, значит. Расскажи мне о кольце воды. Разве ты и твои ребята раньше не были врагами магов воды? Что, собственно, делают маги воды? Хочу учиться там. Так. А что, собственно, делают маги воды? Они затеяли кое-что серьезное. Это касается неизвестной области на острове. Неизвестной области? И где же она может быть? Я не могу тебе сказать. Поговори с Ватросом в Харинесе. Так, разве ты и твои ребята раньше не были врагами магов воды? Эти безумные дни закончились. Теперь нет нового лагеря или старого лагеря. После того, как колония прекратила свое существование, каждый остался сам за себя. За большинством из бывших заключенных все еще идет охота. Маги воды сумели разобраться с моим приговором. И теперь я могу передвигаться свободно. Так, расскажи мне о кольце воды. Мне на самом деле нельзя говорить про него. Все, что я могу сделать, это отослать тебя к Ватросу. Он представитель магов воды в Харинесе. Лучше тебе поговорить с ним. Скажи, что я тебе рекомендовал. Может быть, он тебя примет в наши ряды? Нам срочно необходимы люди. Понял. Так, а что в итоге там по заданию, как по заданию посмотреть?
Нет гильдии, магов, опыта, сила, ловкость, мана, хп, оружие, стрелы, маги, драконы, наручные. Понятно, все, короче, мы поштапили. Так, как посмотреть? А, вот еще даже можно от первого лица что ли играть, ничего себе. Прикольно. Я не знал, что можно от первого еще играть. Там ничего нет. Все-таки привычнее вот так пока играть. Так, как посмотреть задание? Список заданий есть? А, вот, Найл. Текущее задание. Кольцо воды, бандиты КВО, на глаз и носа. Выполнить нет, провальных тоже, общая информация, обучение внешнего мира. Понятно. Ну, короче, нам нужно идти дальше, я так понял. Давайте, что ли, еще раз осмотрим эту пещеру. Мы что, пропустили? Кроватка есть. Все, сундук пустой, мы все осмотрели. Да, здесь походу все. Мы можем идти дальше. Так, слушайте, а сюжет интересно так затягивает нас. Особенно после первой части. Так, он теперь сюда побежал, да? Но я ему, по идее, помог или нет, что-то я не пойму до конца. Готово! А, вот. Ха. Им не следовало связываться со мной. И я, наконец, смогу выполнить свое задание. Я и так потерял уже слишком много времени. Что это за задание? Ах, да, ведь сначала мне еще нужно будет попасть в город, и потом... Не знаю, как мне удастся сделать это вовремя. А что насчет меня? А почему бы и нет? Ты можешь доставить письмо в город. Тогда у меня будет слегка больше времени, чтобы позаботиться о своей экипировке. Письмо должно быть у одного из бандитов в кармане. Отнеси его к Ватросу, магу воды, в город. Ты найдешь его в храме Аданаса. Он проповедует там весь день. Скажи ему, что мне не удалось. А если он спросит, где я... Просто скажи ему, что я уже на пути к месту встречи. Ладно? А, да, и еще одно. Сначала купи приличную одежду у какого-нибудь фермера. Иначе тебя могут принять за бандита. Вот пара монет. Фига там пара 50 золотых. Ну, спасибо. Все, задание мы выполнили. Отлично, отлично. Это радует. Заработали все монетки, тем самым можем дальше теперь... идти по сюжету. Хранение. Теперь у нас есть возможность купить одежду и выглядеть как добропорядочный гражданин. Так, идем туда вниз, дальше по тропинке. Игра надолго. Ну, как сказать, я не знаю, но она вроде длинная. Но не такая, как Dragon Age. Знакомые грибочки. Так, тут ничего не спрятано. Вроде нет. Ах,
Он бы угадал, кстати, точный ответ. Примерно. Так, вода тут у нас. Синяя бузина. Уха. Это как типа монумент, куда складывают дань. Ну, я думаю, мне нужнее будет. Наподобие Леггинсон, Глинбург, там загадки топовые. Не играл в такую игру однозначно. Так, вон там ферма походу, а там что дальше интересно. А туда дальше не рискну идти. О, эти шмели херовы, я помню их по первой части, те еще засранцы. Попробую с ними посражаться. Иди сюда. Это была плохая идея. Так, идем на ферму. А, у нас же есть лук, чего я так парюсь? У нас же лук есть, прям. Ты что, это грязная тварь? Ща, она грязная тварь. Иди сюда. Монстр веселее. Еще одним монстром стало меньше. Привет, чужеземец. Тебе повезло, что ты не пришел 3 недели назад. Мы бы приняли тебя за беглого каторжника, а с ними у нас разговор короткий. Ты выглядишь абсолютно измотанным. Что тебе нужно здесь? Мне напали бандиты в горах. Я иду в город. Мне нужно снаряжение. Мне нужно снаряжение. Могу представить. Но я честно скажу тебе, у нас нет ничего, чем мы могли бы поделиться. Хотя, если ты можешь заплатить, Лоберт продаст тебе кое-что. Ну, или ты можешь пойти к нему и спросить, нет ли у него какой-нибудь работы. На меня напали так. Я иду в город, мне надо найти Лобарда. Где мне найти Лобарда? На ферме, конечно же. Это ведь его ферма. И не пытайся надуть его. Он избил и вышвырнул с фермы уже много бездельников. Так, хорошо, я иду в город. Учитывая то, как ты выглядишь, тебе придется подкупить стражу, чтобы попасть в город. И ты должен знать, что они хотят услышать. И что это? Ну, например, что ты с фермы Лоберта и идешь к городскому кузнецу. Ну, а это тебе не поможет. Ты не похож на фермера. Понятно. Что-то у тебя в графоне не включено, вот глянь. А, Ксардос, я, к сожалению, не смогу посмотреть, потому что надо сейчас выходить из игры, и там целая, короче, возня. Если тебе не трудно, скинь, пожалуйста, на Гудгейме в личку. Я обязательно посмотрю и поправлю, если что. Спасибо большое за ссылку. На меня напали бандиты в горах. Мне нужно идти. Бандиты, да, напали. На меня напали бандиты в горах. Вот мерзкое отродье. Это, вероятно, те же ублюдки, что увели у нас овцу прошлой ночью. Тебе еще очень повезло. Редко кому удается уйти от них живым. Стоп, там же была какая-то овца находящая. Бандиты больше не будут беспокоить вас. Эти бандиты больше не будут беспокоить вас. Почему? Они мертвы? Они не на того напали. Слава Иносу! Вот, здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это. Я расскажу остальным об этом. Нифига себе, мне нужно идти. Еще одна грязная тварь! Еще одна грязная тварь. Еще одним монстром стало меньше. Это верно. Там ничего нет.
Там ничего нет. В смысле? Так, волка. Там ничего нет. Очистили. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так, что нам дали-то? Короче, какую-то херню дали. Так. Пойдем что-то на ферму. Лабард. Что ты тут ошиваешься в моей ферме? Ты на чьей стороне? На стороне восставших фермеров или на стороне короля? Я с Костяном, я за короля, я не понимаю. Я не понимаю. Что? Не пытайся меня провести, мальчик. Я хочу знать, на чьей ты стороне. Так на чьей же? Блин, ну он, конечно, задал вопрос. Я за короля, не знаю, за крестьян, допустим. Я с крестьянами. Ха! Этот чертов смутьян Онор сведет нас всех в могилу. Как ты думаешь, как долго еще здесь будут паладины? После того, что сделал Онор, весь город гудит, как улей. Как идут здесь дела? Как идут здесь дела? Ты знаешь, как здесь идут дела? Мальчик, ты вообще откуда свалился? Мы на пороге гражданской войны. До последнего времени фермеры считали долю, отдаваемую городу, вполне справедливой. Но с тех пор, как в Хоринис пришли паладины, городская стража наведывается к нам все чаще и чаще. И немного понемногу они так скоро заберут все, что у нас есть. Если так будет продолжаться и дальше, у нас ничего не останется для самих себя. Некоторые фермеры стали бунтовать. Онор был первым из них. Ну мне подробно об этом Онаре. А что насчет тебя? Ты на чьей-то стороне, крестьян или короля? А что насчет тебя? Ты-то на чьей стороне? Крестьян или короля? Я слишком близок к городу, чтобы у меня была возможность выбирать. Но я даже рад этому. Я бы все равно не знал, что решить. Король пьет нашу кровь, а Онар направляет своих наемников против всех, кто не хочет присоединиться к нему. Вот почему большинство фермеров все еще не определились, но рано или поздно им придется выбрать одну сторону или другую. Мне нужна приличная одежда. Мне нужна приличная одежда. Я могу дать тебе приличную крестьянскую рабочую одежду. Ты можешь заплатить за нее? Ты мог бы отработать часть ее стоимости, если ты один из тех, кто ищет работу. Да как бы деньги есть? Расскажи мне подробно об этом Анаре. Сколько стоит эта рабочая одежда? Сколько стоит эта рабочая одежда? Так, посмотрим. Малет говорит, что ты прогнал бандитов. Эти ублюдки доставляли нам много проблем. Спасибо, что избавил нас от них. 60 золотых монет. 60, да? Давай тогда сюда эту рабочую одежду, защита. Оружие 15, стрелы 15. Давай. Давай тогда сюда эту рабочую одежду. В моем доме есть сундук, где ты найдешь постиранные вещи. Но даже не думай взять что-нибудь там без разрешения. Расскажи мне подробнее об этом Онаре. Расскажи мне подробнее об этом Онаре. Онар – самый крупный фермер в этой местности. Он порвал отношения с городом. Говорят, он нанял наемников, чтобы те не пускали на его земли городскую стражу. Не могу винить его за это. Как бы то ни было, больше ни один королевский солдат не осмеливается ступить на его землю. А кто эти наемники, которых нанял Онар? А кто эти наемники, которых нанял Онар? Я мало что знаю об этих парнях. Предположительно, большинство из них – бывшие каторжники из колонии. Из чего, спрашивается, от них можно ожидать? Так, я ищу работу. Я ищу работу? Мне не нужен еще один постоянный работник. Но я могу предложить тебе подённую работу. Я хочу сказать, ты можешь помочь на поле.
Также здесь еще наверняка найдется кое-какая работенка для тебя. Я могу заплатить тебе золотом или дать приличную одежду. Эта одежда стоит довольно дорого. Я не могу отдать тебе ее просто так, но я могу продать тебе ее дешевле, если ты поработаешь на меня. Судя по тому, как ты выглядишь, я бы сказал, бери одежду. Работа следующая. На небольшом поле за амбаром нужно собрать репу. Да изи вообще. Я должен дергать репу, должно быть чуть. Хорошо. Хорошо. Тогда поторопись, пока я не передумал. Есть еще какая-нибудь работа для меня? У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Сначала собери репу с поля, а там посмотрим. Ну пошли. Поработаем, может, что-нибудь нам выдаст. Так, ну он нам дал ключ вроде как, или мы можем типа получить этот... Уже одежду, мы же вроде как заплатили. Эй, тебя сюда звали? Немедленно убирайся из моего дома. Здесь не подают милостыню. Это вредная барышня. Так, давайте мы сейчас сохранимся от греха подальше. Крут в играх. Не знаю, ничего плохого не вижу в этом. Так, что это такое? Золото, вот одежда фермера. Ну, будем честными, ничего брать лишнего не будем. Мы-то знаем, что в пироготике можно было брать все, что плохо лежит. Но здесь не будем пока делать. Так, и одежду теперь поменяем. Так, лишь одежда. Ага. Ну, другое дело. Так, что там надо? Репу вытащить? Сейчас мы ее вытащим. Так, где она вообще, эта репа? Где-то репа. Ну, это, скорее всего, вот это место. Интересное место. Нафиг. Тараканы там какие-то новые вылезли. Понятно, что, блин, походу здесь надо что-то собрать. Тут я вроде ничего не вижу такого, что можно было что-то собрать. Подожди минутку. На ополчение нельзя положиться. Мы должны защищать себя сами. Эй, ты! Бунт Анара будет иметь серьезные последствия. Я лучше не буду принимать в нем участие. Как идет работа? Так же, как и всегда. Работы много, денег мало. А если нам совсем не повезет, то завтра придут орки и сожгут нашу ферму дотла. Королевские паладины заняли весь город. Но я очень сомневаюсь в том, что они поднимут свои задницы и придут сюда, если орки нападут на нас. Вы чем-нибудь помочь, я еще работаю. Я отправляюсь в город. Есть какие-нибудь интересные новости? Есть какие-нибудь интересные новости? Я могу поклясться, что видел орка вон там, на краю леса, 2 дня назад. С тех пор я сплю хотя бы с одним открытым глазом.
Так, я направляюсь в город. Я направляюсь в город. И? Ты можешь рассказать о городе что-нибудь интересное? Нет, но Малет частенько ходит в город. Возможно, он что-нибудь знает. Ну, что-нибудь, что может заинтересовать тебя. Хочем помочь? Могу я чем-нибудь помочь? Я ищу работу. А ты вообще что-нибудь знаешь о полевых работах? А что там такого знать-то? В таком случае, я думаю, мы и сами справимся. Спасибо. Но если ты хочешь работать на Лоберта в качестве паденного рабочего, я могу только предупредить тебя. Он платит людям вроде тебя сущие гроши. Но ты не слышал этого от меня, понятно? Понятно. Ладно. Ну, я не знаю, что тут собирать, конечно. Ничего тут такого не вижу. Чтобы можно было бы собрать. Давайте пойдем к той барышне, может, она нам что-то предложит, не знаю. Какие-нибудь интересные услуги. Эй! Дашь мне что-нибудь поесть? Ты дашь мне что-нибудь поесть? Я кормлю только тех, кто работает здесь. Ясно. Пожрать не дадут. Так, что там книжки интересные? А, книга для украшения, понял. Так, а здесь что у нас находится? Так, давайте-ка мы спросим еще раз того главфермера. Эй! Есть какая-нибудь работа? У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Сначала собери репу с поля, а там посмотрим. Где ж твоя репа-то, елки-палки, с поля? И вот это сейчас. Вот она. Что может быть романтичнее, ребята, чем под вечер и свет луны собирать репку? Так, ваша репа. Эй, ты! Вот твоя репа. Да, похоже, ты не такой уж бездельник, как кажешься. Отнеси ее моей жене в дом и скажи ей, чтобы она приготовила ее. Что насчет моей платы? Я могу дать тебе 5 золотых монет. Или продать тебе одежду дешевле. Что выбираешь? Давай 5 монет, я уже всю одежду получу. Дай мне 5 золотых монет. Держи. Только не пропей их все разом. Чуть сразу пропею, что пьяница, что ли? Привет, Маганах, вот наш заказчик этот пришел. У меня аж разве шевелился, а где же вебка, что такое? Вебка зависла, черт бы ее побрал. Но мне нравится, как она зависла, удачный кадр поймала. Только отдыхать посетить в уме. Так, есть еще какая-нибудь работа? У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле. Возможно, им нужна помощь. Ну, пошли. Пойдем к жене. Пачку пельменей. Да-да-да. Нет, ну мы, конечно, так не будем делать. Эй! Вместе репу. Ты дашь мне что-нибудь поесть? Вот вместе репу. Я принес тебе репу. Отлично. Этого должно хватить, чтобы накормить наших работников до отвала. Раз уж ты все равно здесь, я видела, как мимо прошел странствующий торговец. Это было несколько минут назад. Я думаю, он где-нибудь остановился по пути в город. Сходи к нему.
Может, у него найдется сковородка для меня. Дашь мне что-нибудь пожрать? Дай мне золото, я схожу к этому торговцу для тебя. Пожрать есть что-нибудь? Ты дашь мне что-нибудь поесть? За добавкой можешь зайти завтра. Похлебка получена. Так, моки. Ну, что там у нас по заданиям? Попасть в город Хоринс, муки воды, кажется, глаз Симонса, выполнено отнести реку Хильде, убрать поле репы, рабочая одежда Лагарда, бандиты Коуорна. А ну-ка. Подожди минутку. А ты дашь мне золото, я схожу к торговцу для тебя. Дай мне золото, и я схожу к этому торговцу для тебя. А тебе можно доверять? Только попробуй потратить эти деньги на выпивку, слышишь? Окей. Так, хорошо. Еще задание кольцо воды, глаз и нос, коробка для Хильды. Жена фермы дала Лобарту, чтобы я купил у нее странствующую торговую сковородку. Кто этот странствующий торговец? Мне будет найти еще. Блин, честно говоря, ночь, сейчас ночью куда-то переться, такой себе на самом деле. Сохраниться надо под басу. Так, где наш факел? Как факел-то достать? Фу, тут вообще другая фигня. И погнали, так сказать, дорогу в город. О, это еще кто? Кантор. Слезина. Как идет работа, крестьянин? Не на что жаловаться. Мне не на что жаловаться. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Ты можешь предложить мне. Что ты можешь предложить мне? Я бродячий торговец. Ага. Я торгую всем. О-о-о, покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Выбирай. Так, сковородочка. Что у тебя еще есть? Пила, мензурка, амулет духовной силы, защита от магии. Так, здоровье, бак, монет. Так, урон необходимое. Ох, нихера себе оно стоит. Не-не-не, не мое. Слишком дорого. Чё ж за цены-то такие бешеные? Барда. Так, ну я... Нет, это тоже нельзя купить, слишком дорого. Нужно идти. Мне нужно идти. Как знаешь. Так просто, купи сковородку и все. В чем дело? Вот твоя сковородка. Вот твоя сковородка. Отлично. Посмотрим, хорошая ли она. Дашь что-нибудь поесть? Ты дашь мне что-нибудь поесть? Ты сегодня уже получил свою порцию. Заходи попозже. Ясно. Сковородочку мы отдали. Эй, ты! Ну ладно, конец. Пока, наверное, особо и нет каких-то таких заданий. Хотя, стоп, там же еще были парни сверху. Там вот костер горел. Может, они что предложат?
Эй! На ополчение нельзя положиться. Мы должны защищать себя сами. Ясно. Ну, короче, свою там песенку поют. Пойдемте дальше, короче, в город по задумке, как мы собирались. В принципе, мы все, что надо, необходимо выполнили. Можно спокойно идти по своим делам. Так, дорога у нас находилась вот здесь. Да, самое главное, в город нам нужно, вот. Правда, сейчас ночью куда-то тащиться, ну такой себе, но я рискну. Так, что у нас кормить? Скормить. В этом районе ничего ли нет, как попасть, чтобы посмотреть на Чевшего Варса? Не-не-не, не надо, пусть уже как есть буду проходить. Так, я вам не то оружие взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тварь! Тварь, паскуда! Спасите-ка, найдите. Ой, покончено, мерзкая тварь. Ой, спасибо. Не ухайдохали, блин. Ты его будешь укрикать, что тут манечки не выйдет. Ну, скорее всего, не укоря, буду этим мечником, воином. А ук это так, бонусом. Так, сырок. Так, рыбка. Сам пожрать захотелось. Так смачно похрумкивал. Так, короче, бежим отсюда, пока не поздно. Ай, блин, я обратно пришел. Ну, прекрасно просто. Да, ну, Ганович, эффект неожиданности, как говорится. Как ты говорил, типа, что же Серега сделает, что же Серега выберет? Серега выберет убегать от волков и идти не в ту сторону. Так, нам надо вперед идти. Ай, фига она там достала меня. О! Еще одним монстром стало меньше. Грег? Какой-то Грег. Пст! И ты? Подойди-ка сюда. В чем дело? Ты идешь в город? У тебя там дела? Послушай, понял, ты выглядишь сообразительным парнем. Уверен, ты в жизни далеко пойдешь. Ты не дурак, я вижу это по твоим глазам. Наверняка ты хочешь заработать пригоршню золотых монет, не так ли? Ты от кого такой прячешься? Не похоже, чтобы у тебя больше выводились деньги. Довольно было так говорить, что ты хочешь. Ты от кого такой прячешься? Ты от кого-то прячешься? Нет, конечно нет. Что за абсурд? Мне просто нравится стоять среди деревьев, так мне ветер не дует в лицо. Но давай лучше поговорим о тебе. Ты берешь работу? Ну почему бы и нет? Почему бы и нет? Ты должен простить невежественного старого моряка. Я чужой в ваших краях и не знаю местных законов. Поэтому мне пришлось на своей шкуре испытать, как стражники встречают в этом городе простых путников. И вот теперь мне нужно попасть в город. А я не знаю, как это сделать. В городе у меня чрезвычайно важное дело. Мой клиент не потерпит задержки даже на день. Ты же поможешь мне пройти мимо стражников, правда? Насчет городских стражников? Насчет городских стражников. Да? У тебя есть мысль? Они пропустят тебя, если на тебе будет одежда крестьянина.
Они пропустят тебя, если на тебе будет одежда крестьянина. Далеко. Это как раз то, что мне нужно. Я знал, что могу на тебя положиться, приятель. Если я буду одет, как местный деревенский мужлан, никто не будет обращать на меня внимания. Отлично! Вот твоя награда. Что? Жалкие 50 монет? Да ты, должно быть, шутишь. Золото — это не самое важное на свете, друг мой. Возьми пока то, что я тебе предлагаю. У меня есть предчувствие, что мы скоро встретимся снова. И кто знает, может быть, у меня будет возможность отплатить тебе услугой за услугу. Береги себя. Все взял, отдал одежду. Подожди минутку. Еще кое-что. Еще кое-что. Послушай, сынок, у меня есть неотложные дела. Мы поговорим попозже, понятно? Как у дела? Там ничего нет. Придется вернуться нам, походу. Купить еще дополнительный комплект. Ну, в принципе, мы же подработали, так что нормально. Так что возвращаемся. Покупаем еще один комплект одежды. Вот хитрая игра, а. Но я думаю, это не зазря на самом деле. Это не без плюсов. Хозяин, хозяин, мне нужно купить еще одежду. Вот, да ты лег-то. Остальным. У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле. Возможно, им нужна помощь. Блин, а что теперь? Купить я не смогу у него. Пойдем скрывать лег сам. Видишь, через постель хозяина. Не, ну блин, а что типа делать-то? Блин, этот взял, отдал одежду. Ай. Нету никто запасной случайно. Пока не спят там шкафчики, может порыться. Эй, ты! Да, тоже ничего нет. Ну ладно, хорошо. Как есть, так есть. Поехали, короче, как есть. Нет, с какого будуна мой персонаж отдал, решил отдать ему одежду? Не было ни предложения, типа там, хочешь, типа, отдать мне свою одежду, я тебя куплю за 50 золотых. Сами, конечно, не сделали с подвохом. Что такой довольный чек, если готика лагает, то 45 дней с сохранением. Понял, буду сохраняться на разный сорт. Ну, блин, ненавижу эти 100-500 слотов делать. Походу придется делать. А что, типа сохранение удаляться или как оно работает, чуть не понял. Так, подождите, а там же что-то еще было, типа дома здесь. Вагонет и грузиться не будет. Черт, это плохо. А если оно грузиться не будет, так оно получается как? Все слоты не будут грузить или только определенный слот? Не пойму я. Очередный сейс. Все, я понял. Тогда так и будем делать.
Блин, я главное до города почти дошел. На момент ты сохранишься в одну ячейку, где игра вылетает сейф. В одной ячейке битый грузится не будет. А, ну понятно, короче. А вылетания-то частые? Что? Тебе туда нельзя. Почему? От таких оборванцев, как ты, одни проблемы. В городе и так хватает всякого сброда. Нам не нужны люди, у которых нет денег. Да, чё ты, что у меня денег? Нужно увидеть главу на паладинов. Я пришел, чтобы вступить в получение. Вот золотой паладин пройти. Увидеть главу на паладинов. Мне нужно увидеть главу паладинов. У меня важное сообщение для него. Ох, и что это за важное сообщение? Я пришел, чтобы получить глаз Инуса. Силы Зла собираются в долине Хоринса. Город скоро подвинется нападение. Короче, силы Зла собираются в долине Хоринса. Силы Зла собираются в долине Хориниса. В долине рудников? Ты пришел оттуда? Ты видел там армию? Да, я был в долине Хоринса. Я видел там гигантских драконов. Нет, ну я знаю, что я видел драконы. Нет, ну мне послал человек, который видел. Нет, но я знаю, что ее ведут драконы. Нет, но я знаю, что ее ведут драконы. Ну, конечно. А моя бабушка консультирует генералов орков. Я не думаю, что мы позволим тебе донести эти бредовые сплетни до ушей лорда Хагена. Проваливай! Черт. А, вот 100 золотых, я прошу, чтобы успеть получение. Ну, допустим. Я пришел, чтобы вступить в ополчение. Да ты что? Попробуй рассказать эту сказку у других ворот. Может, они купятся на нее. Ладно, надо. Вот 100 золотых. Позволь мне пройти. Что? Где? Я не вижу золота. Проваливай! Шо? Где? Ах ты ж, падла, 3 монеты не хватает. Ну ты гнида, блин, жадная, а. Ну пропустил бы. Нет, ну я попал, 3 монеты не хватает, ну. Ах. Это, конечно, идиотская ситуация. Ай, блин, да что ж за херня вечно какая-то, блядь, 3 монеты не хватает. Таблички не продавай. Понятно. Ладно, короче, надо идти в этот, покупать одежду. Навалять? Нет, навряд ли. Навряд ли так можно. А, ну я сейчас этому продам, чё я парюсь. Я думаю, обойдусь без этих 100 монет. Покажи мне свои товары. Выбирай. Так, у меня барахло полно, в принципе. Тяжелый сук. Золото 104. Ну и чё? Сук я ему отдал, и что дальше? Как мне получить золото? Золото получаешь, тут системы нет, как и привычки. Ага, понял. Мне нужно идти. Как знаешь. Все понял, Жека, спасибо за подсказку. Так, ну теперь хоть понятно, как оно работает. 100 золотых отдавать за вход, это, конечно, жирно слишком, по-моему. Блин, ну кто мог подумать, что это тот... Мужик с этот пират, блин, что типа сказав ему, типа, как можно пройти, и персонаж решил ему отдать одежду. Че за бред вообще? Такая подстава, это, конечно, знатная. Ладно бы там он просто это сказал бы.
Стой! Что? Тебе туда нельзя. Почему? От таких оборванцев, как ты, одни проблемы. В городе и так хватает всякого сброда. Нам не нужны люди, у которых нет денег. На, держи свои 100 золотых. Вот 100 золотых. Позволь мне пройти. 100. 100 золотых — это неплохо. Проходи, конечно. Сосранник. 100 золотых — это неплохо. Неплохо было бы тебя, блин, в трусах факел мы увидеть. Стой, чужеземец. Я Лотар. Паладин короля и преданный слуга Иноса. Наш командующий, лорд Хаген, верил мне задачу объяснять всем новоприбывшим новые законы, которым должны подчиняться все жители этого города. Недавно в городе начали пропадать люди, так что горожанам нужно быть осторожнее, чтобы не разделить эту судьбу. Не успел в город зайти, мне тут уже правила диктуются. Не, ну ничего страшного, другой способ. Там не было просто уже таких способов, как я понял. Мне важно сообщение для предводителя паладина. В городе пропадают жители. Хорошо, объясни мне законы этого города. Хорошо. Объясни мне законы этого города. Во-первых, достопочтенный паладин лорд Хаген расквартирован в верхнем квартале вместе со своими войсками. Вот почему доступ в верхнюю часть города разрешен только уважаемым горожанам. Во-вторых, городская ратуша, находящаяся в верхнем квартале, в настоящее время является командным пунктом паладинов. Доступ туда имеют только сами паладины и члены ополчения. И в-третьих, тот, кто обвиняется в преступлении, должен предстать перед командиром ополчения. Есть вопросы? Что-то много информации, у меня важное сообщение для перед. Так, люди положили, как я могу стать гражданином такого города? Как мне попасть в верхний квартал? Как я могу поступить на службу ополчения? Где мне найти командира городской стражи? Где я могу провести ночь? Если ты ищешь место для ночлега, иди в отель, находящийся перед казармами. Паладины платят за ночлег всех путников, которые заходят в этот город. Странствующие торговцы с рыночной площади тоже ночуют там. Окей, где мне найти командира городской стражи? Лорд Андре можно найти в казармах в противоположном конце города. Как я могу поступить в службу на ополчение? По прямому указанию лорда Хагена, на службу в ополчение принимаются только граждане города. Понимаю. Если ты хочешь узнать больше, поговори с лордом Андре в казармах. Что нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения. Ты даже не гражданин. Как ты даже думать смеешь о том, чтобы носить доспехи паладина? Только немногим из солдат ополчения, успешно выполнившим необычайно важное задание, была дарована такая честь. Если ты хочешь стать паладином, впереди тебя ждет очень долгий и тернистый путь, мой мальчик. Выжить их жители Хоринса по указанию достопочтенного лорда Хагена. Как ты мог подумать о таком? Ты же даже не гражданин. Скажи ему, я депутат. Да, я думаю, это проканает. Как мне попасть в верхний квартал? Скажи, ты меня вообще слушаешь? Ты не являешься гражданином этого города. Ты можешь даже не пытаться. Стража все равно тебя не пустит. Все, что находится за внутренними вратами, для тебя является запретной зоной. Понятно. Как я могу стать гражданином этого города? В городе пропадают жители. Да, и с каждым днем все больше. Хуже всего то, что ополчение до сих пор не выяснило, кто стоит за этими событиями.
Неудивительно, что горожане начали с недоверием относиться к незнакомцам. Так что не стоит их провоцировать. Тебе понятно? Вести некуда, шеф. Как я могу стать гражданином так? У меня важно сообщение так. Ну еще раз, как я могу стать гражданином этого города? Как я могу стать гражданином этого города? Гражданином города может считаться только тот, кто имеет постоянную работу. Но не думай, что ты сможешь предстать перед лордом Хагеном только потому, что ты являешься гражданином. Как гражданин, ты получишь доступ в верхнюю часть города. И не более того. Только будучи членом ополчения, ты сможешь получить доступ в ратушу. Где я могу найти работу? Где я могу найти работу? Тебе придется стать учеником одного из мастеров в нижней части города. Как только мастер примет тебя на работу, ты станешь гражданином этого города. Однако другие мастера должны согласиться с этим. Таковы обычаи Хариниса. Если ты думал найти работу в портовом квартале, забудь об этом. Там живут отбросы общества. Даже не суй туда свой нос. Ты пожалеешь об этом? Мне важно сообщение для предводителя паладинов. У меня важное сообщение для предводителя паладинов. Достопочтенный лорд Хаген никого не принимает. За все вопросы, касающиеся простого народа, отвечает лорд Андре, командир городской стражи. Да, уже рассвет наступает, он там все трендит. А слушай, этому городу угрожает дракон. Я аж подумал, он скажет, что этому городу нужен герой. Я хочу, чтобы получить глаз и носом. Так, послушай, этому городу угрожают драконы. Послушай, этому городу угрожают драконы. Это не может быть правдой. Еще один сумасшедший. В городе и без этого полно проблем. Не хватает только еще идиота, пугающего людей баснями о драконах. Я немедля посадил в тюрьму последнего, кто рассказывал здесь сказки о драконах, и отправил его тюремным транспортом в долину рудников. Так что попридержи свой язык. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо здесь сеял панику среди людей. Кто-то уже докладывал о драконах. Кто-то уже докладывал о драконах? Да, парень по имени Диего, если я не ошибаюсь. Я Диего. Предупреждал его, как и тебя. Но этот безумец не переставал действовать мне на нервы. Диего, это же тот с первой части, ребят. Я пишу, чтобы получить глаз и нос. Ну, то я не буду ему говорить. Нужно идти конец. Но охранника ни один бандит не пройдет. Диего тут какой-то гришки вроде дают. Я должен идти. Если я еще хоть раз услышу, что ты рассказываешь людям о драконах, у тебя будут большие проблемы. Тебе все ясно? Пес, блин, хлестать, колотить он мне тут, блин, раскачал за город, блин. Ладно, хорошо. Более-менее хоть объясним. Так. Стой! Сюда вход запрещен! Почему никому нельзя входить на этот склад? Почему никому нельзя входить на этот склад? Достопочтенный лорд Хаген хранит здесь товары, конфискованные для королевской армии. Почему не... Так, понятно. Драконы, люди, драконы! Спасайтесь, драконы! Так, городской стражник. Что нового? Что новенького? Говорят, что фермеры взбунтовались. Только этого нам еще не хватало. Как раз в самый разгар войны с орками. Чем я могу заняться в городе? А чем я могу заняться в городе? Если ты не хочешь закончить жизнь в сточной канаве в порту, найди постоянную работу. Поспрашивай в нижней части города. Возможно, тебе повезет. Если ты планируешь остаться в городе надолго, тебе стоит подумать о вступлении в ополчение. Или, по крайней мере, потренироваться в боевых искусствах. Инструкторы боя в казармах тренируют и гражданских. Скоро придут орки. И тогда ты будешь рад каждому часу, проведенному на плацу.
Что знаешь о паладинах? Что ты знаешь о паладинах? Немногое. Никто точно не знает, зачем они здесь. Даже те, кто входит в городскую стражу. Они взяли всю власть в городе в свои руки. Выгнали губернатора из зала заседаний и судью из его палаты. Если тебя интересует мое мнение, то это даже хорошо. Этим напыщенным ослам стоило преподать урок. Я хочу вступить в ополчение. Что ты можешь сказать мне об этом квартале? Что ты можешь рассказать мне об этом квартале? Сейчас ты находишься в нижней части города. Куда ты хочешь попасть? Портовый квартал, в казарму, на почту Расуди, на рыночную почту, храм Адонаса. Храм Адонас, по-моему, надо. Я ищу храм. Пройди через проход у кузницы, и ты попадешь на храмовую площадь. Оставляет анимация факел, кутежок гарантирован, да вообще. Верхний квартал. Как мне попасть в верхний квартал? От южных ворот города начинается лестница, ведущая к внутренним городским воротам. Там и начинается верхний квартал. На рыночную площадь. Где находится рыночная площадь? Пройди через проход у кузницы, и ты попадешь на храмовую площадь. Встань лицом к храму, а затем иди влево, вдоль городской стены. Так ты попадешь на рынок. А на площадь правосудия? Как мне попасть на площадь правосудия? Пройди через проход у кузницы, и ты попадешь на храмовую площадь. Выйди из храма, и пройдя мимо таверны слева, ты попадешь на площадь правосудия. Казарма? Где находятся казармы? Пройди через проход у кузницы, и ты попадешь на храмовую площадь. Выйди из храма. И пройдя мимо таверны слева, ты попадешь на площадь правосудия. Это огромное здание, казармы. Просто поднимись по лестнице. 7 бед, 1 проход у кузницы. Да, что еще? 7 раз спроси, как говорится, или нет. 1 раз спроси, 7 проходов в кузнице. Вот. И как-то по-другому, по-моему, было. Портовый квартал, как попасть? Где находится портовый квартал? Иди по дороге от кузницы вниз, и ты попадешь в порт. Все дороги ведут в кузницу, короче. Спасибо, это я хотел узнать. Спасибо. Именно это я и хотел узнать. Чем могу заняться в городе? Что ты знаешь о паладине? Хочу вступить в ополчение. Я хочу вступить в ополчение. Ты даже не гражданин Хариниса. С чего ты взял, что лорд Андре возьмет тебя? Так каждый мог бы вступить, получить оружие и доспехи бесплатно, а затем исчезнуть с ними. Но у меня серьезные намерения. Не надо объяснять это мне. Попробуй объяснить это лорду Андре. Ты найдешь его в казармах. Понятно. Не об этом квартале. Понятно. Все разъясню, поясню, что да как. Так. Знаешь, что за парень? Регис. Эй, ты недавно в этом городе, да? Да. А ты? Я приплыл с материка, и вот теперь болтаю здесь без дела. У меня почти закончились деньги. Поэтому, похоже, мне ничего другого не остается, кроме как поступить в ополчение. Но я не хочу делать этого. Я не хочу, чтобы меня убили орки, когда я буду сражаться за короля. Жаль, что разрешение больше не делается. Ну вот я, насколько знаю, я сделал такое самое оптимальное разрешение, которое было возможно, чтобы мне было комфортно играть и вам, как бы. Так что, ребят, это самое оптимальное, насколько я смог сделать. Что ты можешь рассказать мне об ополчении? Что ты можешь рассказать об ополчении? Ими теперь командует один из паладинов, некий лорд Андре. Он пытается мобилизовать половину города на случай нападения орков. Но чтобы вступить в ополчение, нужно быть гражданином этого города. Насколько мне известно, если ты не являешься гражданином города, тебя все равно будут тренировать, но официально не зачислят. Что ты еще можешь сказать о лорде Андре? Что еще ты можешь рассказать о лорде Андре? Он также занял должность судьи. Если ты нарушил закон в городе, тебе придется держать ответ перед ним. Я как-то подрался с одним горожанином. Он побежал жаловаться к лорду Андре. И этот пустяк
обошелся мне в 50 золотых монет. Хорошо еще, что это случилось ночью, а то были бы другие свидетели. Чем больше людей жалуется на тебя, тем выше штраф. С кем ты дрался? С кем ты дрался? С парнем по имени Валентино. Он часто ошивается в таверне около храма. Обычно я довольно мирный, но этот урод просто вывел меня из себя. Бука будет НПС? Буко? Серьезно? Сейчас мы найдем. Слышал что-нибудь будет интересное? Слышал что-нибудь интересное? Можно сказать и так. Говорят, Боспер, мастер-лучник, был ограблен. Причем самым наглым образом. Вор вломился в его лавку средь бела дня и схватил лук. Боспер побежал за ним вопя: «Держи вора!» Но вор оказался очень проворным. Его побить можно? О, наконец-то сбылась моя мечта. Слушай, все не так. Понятно. Откуда в городе Бук это еще покажет? Я теперь даже не знаю, кому верить. Это все сплетни. Это было очевидно. Так, Руперт. Привет, чужеземец. Ты, должно быть, голоден и хочешь пить. Может, тебя заинтересуют мои товары? Откровенно говоря, я пришел, чтобы встретиться с паладинами. Мне нужны деньги, я ищу работу. Что ты можешь предложить мне? Что ты можешь мне предложить? Сейчас у меня мало что есть. Этот чертов лендлорд не поставляет больше продуктов. А того, что мы получаем с маленьких ферм, недостаточно для удовлетворения потребностей города. Ну, играя так, расскажи мне о восстании крестьян. Расскажи мне о восстании крестьян. Это довольно просто. Анар, жирный лендлорд, больше не платит налоги городу. Только представь, мы воюем с орками, а этот жирный гусь забирает все себе. Обычно городская стража принимает жесткие меры в таких случаях. Но теперь самое интересное. Говорят, что Анар нанял наемников, чтобы те не подпускали к его ферме городские войска. Наемников? Это все кончится войной. Как будто одной войны недостаточно. Привет, Аниборд. Почему мне никто не сказал, что тут готика у нас? Ну, у меня просто YouTube отключился, там, ну, прямые трансляции, у меня ограничение, короче, наложилось какое-то. Так что пока не смогу их проводить на YouTube. Ну, другие анонсы были на Goodgame и на Twitch, ну, Twitch нет, и на Discord, и на Goodgame, и еще в ВК. Конечно говоря, пишу, чтобы здесь платить, мне нужны деньги, ищу работу. Мне нужны деньги, и я ищу работу. Я слышал, что у Боспера проблемы с поставщиками. Его лавка находится вон там. Говорят, он платит довольно хорошо. Так, что ты знаешь о наемниках Анара? Что ты знаешь о наемниках Анара? Я слышал, что большинство из них бывшие каторжники из колонии. А их главарь, по слухам, был большой шишкой при короле. Генералом или что-то в этом роде, которого осудили за предательство. Ужасные времена. Так... Откровенно говоря, я пришел, чтобы встретиться с паладинами. Откровенно говоря, я пришел, чтобы встретиться с паладинами. У тебя мало шансов на это. С тех пор, как паладины обосновались в верхнем квартале, туда стало очень трудно попасть. Ты поможешь мне попасть в верхний квартал? Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Я? Нет. Мое слово мало что значит. Всего несколько людей в нижней части города влиятельны настолько, что могут заставить стражу пропустить тебя. Матео, мой босс, один из них. Возможно, тебе стоит поговорить с ним. Где я могу найти этого Матео? Друзья, а что насчет других влиятельных граждан? А что насчет других влиятельных горожан? Торговцы и мастера-ремесленники здесь, на главной улице, самые влиятельные фигуры в городе. Ты должен попытаться стать учеником одного из них, как я. С тех пор, как я работаю на Матео, люди в городе относятся ко мне с уважением. Я не верю, что это что-то изменит. Где могу найти твоего Матео? Где я могу найти Матео? Ты стоишь прямо перед его лавкой. Просто войди внутрь. Он практически всегда там. Так, Матео. Кстати, можно факел убрать.
Черт! Чем могу помочь? О, мне Гомеза, кстати, напоминает сильно. Что ты продаешь? Что ты знаешь о паладинах? Так, что ты продаешь? Что ты продаешь? Я могу предложить все, что может понадобиться в твоих странствиях. Оружие, факелы, провизию, даже доспехи. У меня есть очень хороший экземпляр на складе. Двойные усиленные доспехи из кожи снайпера. Совсем новые. Тебе это интересно? Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Так, что у тебя имеется? Снайпера. Пояс силы, прибавка к силе. Так, это вот Матео. Кстати, у нас же пояс силы, надо его надеть. Так, тоже дубина с шипами, военная дубина, стрела, личина, эссенция, сурт, хлеб. Все, да, уже все, что есть уже. Купить кожаные доспехи, защита оружия 25. Ай, нет, меня это не тянет. Что ты знаешь о паладинах? Что ты знаешь о паладинах? С тех пор, как эти ублюдки прибыли в город, у меня от них одни проблемы. Последний раз, когда я шел в верхний квартал, стражники преградили мне дорогу и начали выяснять, что мне там нужно. И? Конечно же, они пропустили меня. Да у меня уже была лавка в этом городе, когда эти напыщенные болваны еще пешком под стол ходили. А вчера эти ублюдки пришли и конфисковали половину моих товаров. Один забрали твои товары? Паладины забрали твои товары? Все, что у меня хранилось на заднем дворе. Они просто поставили стражника перед входом во двор. Мне еще повезло, что они не забрали все. Хотя бы доспехи оставили. Где скачивал гучку, моя версия со Steam отказывается работать. А мне скинул товарищ Маганах. Можешь у него, кстати, спросить, он тебе может скинуть ссылочку. Если что, я могу скинуть тебе потом после стрима в личку ГГ. Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал. Покажешь мне свои товары. Так, ну давай поможешь. Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Что? А что тебе нужно там? У меня важное сообщение. Так, так. А ты пытался пойти мимо стражников? Я не понимаю, зачем мне даже пытаться. Возможно, ты прав. Я не знаю, насколько важное у тебя сообщение, это меня не касается. Но даже если ты скажешь им, что корабль, набитый орками, пришвартовался в гавани, они не пустят тебя, потому что у них есть приказ. Так ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Так ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Похоже, это очень важно для тебя. Вопрос в том, насколько это важно для тебя. На что ты намекаешь? Я могу помочь тебе. Я ведь все же один из самых влиятельных людей здесь. Но это тебе обойдется в некоторую сумму. Ты хочешь за свою сумму? Как именно ты собираешься помочь мне? Ну и как именно ты мне поможешь? Как именно ты собираешься помочь мне? Это просто. Я использую свое влияние, чтобы убедить других здешних мастеров взять тебя в ученики. Став учеником, ты автоматически станешь гражданином города и сможешь попасть в верхний квартал. Помимо этого, ты сможешь что-нибудь заработать. А кому я могу поступить в ученики? Почему ты не возьмешь меня в ученики? Если вы попасть в верхний квартал, так... Почему ты не возьмешь меня в ученики? А почему ты не возьмешь меня в ученики? Я бы взял, но другие мастера не согласятся. Я только недавно взял еще одного ученика. А есть другой способ попасть в верхний квартал? А есть другой способ попасть в верхний квартал? Возможно. Если я что-нибудь придумаю, я дам тебе знать. Так, хорошо. Кому я могу поступить в ученики? А к кому я могу поступить в ученики? К любому мастеру на этой улице. Это может быть кузнец Гарат, мастер-лучник Баспер, плотник Торбин или алхимик Константин. Один из них обязательно возьмет тебя. Но важно, чтобы с этим были согласны другие мастера. Таков обычай Хариниса.
Значит, хочешь свои услуги? Что ты хочешь за свои услуги? 100 золотых монет. Блин. Ах ты шельмец. Все чертовски. Это все чертовски. Воспринимай это проще. Это не твое золото, я имею в виду. А чье? В принципе, это мое золото. Грита, племянница плотника, уже давно не отдает мне долг. Но эта маленькая вертихвостка постоянно дефилирует в новых платьях. Это означает, что деньги у нее есть. Я хочу, чтобы ты выбил из нее этот долг. Но мастер Торбен, плотник, тоже очень влиятельный человек. Принеси мне эти деньги, и я помогу тебе. Так, помоги мне стать учеником одного из мастеров. Как мне получить одобрение этих мастеров? Хорошо, где мне найти эту Гритту? Где мне найти эту Гритту? Как я уже говорил, она племянница плотника. Его дом находится ниже по улице, справа от кузницы. Помоги мне стать учеником одного из мастеров. Всему своя очередь. Сначала выполни свою часть сделки и принеси мне золото. Как мне получить одобрение других мастеров? Как мне получить одобрение других мастеров? Ты просто должен убедить их. Иди и поговори с ними. Но если хотя бы двое из них будут против тебя, тебе не поступить в ученики. Так что постарайся понравиться им. Юга, будешь брать подсказку по мастерам, это прилично обучить жизнь на деле. Не-не-не-не-не, только своим ходом. Пока своим. Покажи мне свои товары, помоги мне с учениками. Ладно. И дальше глубже в лес, как говорится у нас. Где же мне найти эту? Ниже он сказал. Меня больше ничего не удивляет. Метоносная стрела. Ничего они не слушают меня. Госпер. Так, мы потом сюда зайдем. Торбен. Грудку стражник. Не говори об этом никому. Он не может угодить всем. Блин, до хера персов. Я всегда это говорил. Он почти не отдыхает. Он почти не отдыхает. Какая-то... Кто это сказал? Я ей больше не жил. Эй, я не знаю тебя. Чего тебе здесь нужно? Ты идешь в кабак? Кто это сказал? Я против. Ох, так это портовый трактир. Я не иду в кабак. Нет, я не иду в кабак. Я так и подумал. Но это не так уж важно. Мы можем перейти прямо к делу. Так как ты здесь новичок, я хочу сделать тебе заманчивое предложение. Ты дашь мне 50 золотых монет и можешь идти дальше. Это плата за свободный вход в кабак. Я не хочу идти в кабак. Но я не хочу идти в кабак. Понимаешь, рано или поздно все заходят в кабак. Так что лучше тебе заплатить прямо сейчас. И больше эта проблема не будет волновать тебя. По-моему, это главная проблема. За выводом ты не получишь ни цента. Давай спросим что-нибудь по этому поводу ополчения. Давай спросим, что думает по этому поводу ополчение? Ополчения здесь нет. А ты знаешь, почему их здесь не бывает? Ты находишься в портовом квартале, малыш. Никто из ополчения не осмелится вступать здесь в драку со мной. Они только иногда заглядывают в красный фонарь. Понимаешь, здесь есть только ты и я. Забудь об этом, ты не получишь ни цента. Забудь об этом, ты не получишь ни цента. Тогда я возьму все, что у тебя есть, а ты будешь лежать распростертым на земле передо мной. Да иди ты в баню. Ему нельзя доверять. Пошел на свой. Оу, блин, вниз, блин.
Стой, трус! Что ты должен делать? Поймаешь, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, короче, надо, короче, с ним что-то делать. Это действительно правда. Как может продолжаться вечность? Если он этого не видит... Все, он ушел. Я не могу помочь. Че, я потом задницу надеру. Нужно верить всему, что говорят. Так, короче, где тут хер был? Кузнец, не кузнец там. Ладно, сейчас узнаем, Гаррет. Я ищу работу. Я ищу работу. Мне не помешал бы новый ученик. Брайан скоро закончит свое обучение, а затем покинет город. А ты на что-нибудь годишься? Ну, если ты имеешь в виду, знаю ли я работу кузнеца. Нет, я о другом. Рано или поздно придут орки и возьмут город в кольцо. И тогда в расчет будут приниматься только мужчины, способные защищать город. А я не хочу, чтобы мой ученик опозорил мое имя, сбежав из города вместе с женщинами и никчемными бездельниками, вместо того, чтобы держать оборону вместе с другими мужчинами. Когда я могу стать твоим учеником? Могу я стать учеником другого мастера? Ты подаешь оружие, это могу стать учеником другого мастера. Могу я стать учеником другого мастера? Другие мастера могут дать свое согласие на это. Но я дам свое одобрение только после того, как ты докажешь, что хоть на что-то годен. Я никчемный. Я не никчемный. Это громкие слова. А ты можешь подтвердить их такими же громкими делами? На что ты намекаешь? Принеси мне оружие орков. Орков недавно видели около города. Я думаю, тебе не придется искать их слишком долго. Если тебе удастся завалить одного из них, я возьму тебя в ученики. Если, конечно, другие мастера будут согласны. Давай еще поговорим об этих орках. Когда я могу стать твоим учеником? Когда я могу стать твоим учеником? Не раньше, чем докажешь мне, что хоть на что-то годен. Понятно. Ты продаешь оружие? Ты продаешь оружие? Забудь об этом. Все, что я делаю, уходит паладинам или ополчению. У меня заказ на 100 мечей от лорда Хагена. Он хочет вооружить городскую стражу. Давай еще поговорим об этих орках. Давай еще поговорим об этих орках. Что? Орк — это очень серьезный противник. Но орк — это очень серьезный противник. Судя по тому, как ты выглядишь, возможно, ты прав. У тебя слишком мало мяса на костях. Но это можно поправить. Тем не менее, ты должен доказать мне, что у тебя хватит мужества сражаться, если это будет необходимо. А нет ли для меня противника немного поменьше? Хакон, торговец оружием на рыночной площади, сказал мне, что на него напали бандиты несколько дней назад. Эти ублюдки, по слухам, устроили себе логово где-то за восточными воротами. Эти трусливые шакалы не должны быть так уж сильны. Убей этих ублюдков, всех. Тогда я пойму, что ты не опозоришь наш город. Так, понятно. Эй, ты! Ты недавно в городе, да? Я Брайан, ученик мастера Гарада. Каково это быть учеником кузнеца? Каково это быть учеником кузнеца? Почему ты спрашиваешь? Ты хочешь стать моим преемником? Может быть. Почему бы и нет? Я почти закончил свое обучение и собираюсь вскоре покинуть город. Но не из-за Гарада. Он хороший мастер. Я многому научился у него. Почему ты хочешь покинуть город? Почему ты хочешь покинуть город? Почему ты хочешь покинуть город? Потому что люди здесь действуют мне на нервы, а особенно остальные мастера. Я еще не забыл, чего это стоило — стать учеником Гарада. Каждый из этих шутников был готов вставить свою шпильку. Я хочу сам решать, кого могу, а кого не могу брать в ученики. Кто здесь другие мастера? А кто здесь другие мастера?
Ну, это плотник Торбен, мастер-лучник Баспер, алхимик Константино и Матео. Он продает доспехи, но в первую очередь он торговец. У каждого мастера есть свой дом на этой улице. А лавка Константина находится в подземном проходе, ведущем к храму. Скажи мне о мастере Гараде. Расскажи мне о мастере Гараде. Он сейчас не в лучшем расположении духа. Несколько дней назад пришли паладины и приказали ему ковать мечи для них. Они даже запретили ему продавать мечи кому-либо еще. Теперь он как раб работает дни и ночи напролет, чтобы как можно быстрее закончить свою работу. Могу я купить оружие у тебя? Могу я купить оружие у тебя? Нет, я всего лишь помощник. Оружие, которое делается в этой кузнице, забирает ополчение. Они уносят его к башням, где оно хранится. Но во всем остальном, что касается кузнечного дела, я могу помочь. Подожди. Эй, ты! Что я могу купить у тебя? Что я могу купить у тебя? Я могу продать тебе стальные заготовки. Так, что это? Сырая сталь. Нет, спасибо. Так, хорошо. Надо, как говорится, изучить свое окружение. Ах, новое лицо! Ты ведь не из Хариниса, да? Сейчас не лучшее время для путешествий. Бандиты повсюду. Работы нет, а теперь еще и фермеры восстали. Каким ветром тебя сюда занесло? Я ищу работу. Что ты знаешь о паладинах? Что ты знаешь о паладинах? Немногое. Они прибыли на корабле с материка 2 недели назад. С тех пор они заперлись в верхнем квартале города. Никто толком не знает, зачем они прибыли. Многие опасаются нападения орков, а я думаю, что они здесь, чтобы подавить восстание фермеров. Морда как у гоблина. Я ищу работу. Знаешь что-нибудь так, о восстании фермеров? Ты знаешь что-нибудь о восстании фермеров? Ходят слухи, что лендлорд Онор нанял наемников, чтобы стряхнуть со своей шеи королевские войска. Он, вероятно, устал отдавать весь свой урожай паладинам и ополчению. Ну а в городе после этого стали расти цены на продовольствие. Ферма Онора находится далеко на восток отсюда. Мы не знаем, были там сражения или нет. Если ты хочешь узнать больше, поспрашивай торговцев на рыночной площади. Они лучше знают обстановку на острове, чем я. А насчет Гриты? Я насчет Гриты. Моей племянницы? Какое тебе дело до нее? Это насчет долга, да? Она должна 100 золотых торговцу Маттео. Скажи мне, что это не так. С тех пор, как она живет со мной, от нее одни проблемы. Она задолжала почти всем торговцам города. Мне пришлось занять 200 золотых у ростовщика Лемора, чтобы расплатиться с ее долгами. И вот теперь опять. Гритта должна быть в доме. Иди поговори с ней. Но я скажу тебе честно, у нее нет ни одной золотой монеты. Посмотрим. Я ищу работу. Я ищу работу. Ты что-нибудь знаешь о плотницком деле? Единственное, что я могу получить из дерева, это огонь. А что насчет замков? Ну... Извини, но я не могу взять тебя, если ты ничего не понимаешь в моем ремесле. И у меня нет денег, чтобы платить ученику. На Готику есть мод возвращения с улучшением графики. Привет, Вес. Ну, я не знаю. Может быть, есть, но мне скинули версию, где там с модами еще, там было 3 версии. Была Готика классическая, была Готика Ночь Ворона и была Готика Ночь Ворона с патчами и улучшениями. Вот, я включил эту версию, последнюю. Что если я поступлю в ученики к одному из других здешних мастеров? А что если я поступлю в ученики к одному из других здешних мастеров? Хорошо, я дам свое одобрение. Но тебе нужно сначала получить благословение богов. Скажи, ты верующий человек? Да, вебка висит, я так ее оставил, потому что там целая возня, сейчас ее там перестраивать. Бей по мягким местам. Ну, посмотрим, что там придется делать нам. Есть фанатский мод весом 5 гигов.
Ну, я не знаю, я вообще, честно говоря, первый раз играю в Готику. Мне вот скинули ссылку, товарищ Маганас скинул, я вот скачал, установил, вроде все нормально. Ну, говорят, что типа графика что-то не то, что-то не то. Я просто верующий мастер Турбан, но если ты это имеешь в виду, я регулярно молюсь. Ну, если ты это имеешь в виду, я регулярно молюсь. Понимаю. Человек, который занимается ремеслом без благословения богов, никогда не получит моего одобрения. Проси богов о прощении твоих прегрешений. Тогда иди к Ватросу, жрецу Адоноса. Пусть он тебе даст благословение. Он также подскажет тебе, где найти жреца Инноса. Ты должен получить и его благословение. А когда ты получишь благословение богов, я проголосую за тебя. Ну, люди, как выточка, интересуются промоут в сообществе крутой, делающий графику сочной, X1 добавляющий, 11 добавляющий, текстуры улучшающие. Ну, я, честно говоря, не сломлю духом, ребята, так что я играю первый раз. Вообще ни о чем для меня вся эта информация. Это весь оригинальная графика, лично мне нравится. Морда этот для графодера. Ну, я не знаю, меня графика устраивает. Я не спорю, можно лучше, но по идее все нормально выглядит. Насчет одобрения мастера. Так ты разбираешься в замках. Так ты и разбираешься в замках. Какой смысл в хорошем сундуке без хорошего замка? Я делаю свои собственные замки. Так, по крайней мере, я могу быть уверен, что не делаю сундуки, которые ни от чего не защищают. Плохо сделанный замок легко сломать. А в Харинесе очень много воров, особенно в последнее время. Окей, Буба, если что, ты мне там потом просто ссылочку найди, и, ну, сравнение, да, оригинала и вот этим паком. Я посмотрю, если реально там прям такая супер разница будет, ну, можно будет качнуть, попробовать что-нибудь намутить. Но если там будет геморроя много и если оно будет еще несущественным, то оставим как есть. Ну, как бы меня сейчас устраивает в данный момент, все. Как насчет одобрения мастера? Ты можешь научить меня вскрывать замки ключа? Вене мастера. Как насчет одобрения, мастер? Ватрос дал тебе благословение? Еще нет. Тогда я не понимаю, зачем ты опять пришел ко мне? Ты знаешь мои условия. Можешь мне вскрывать замки отмычками? Ты можешь научить меня вскрывать замки отмычками? Я не знаю, можно ли тебе доверять. Боюсь, ты можешь оказаться одним из этих бездельников, которые приходят в город только чтобы очистить сундуки честных людей. Я ничему не буду учить тебя, пока не буду уверен, что ты честный человек. Можно как бы проголосовать за и против. Можно и так, да, в принципе. Как насчет одобрения мастер, ты можешь научить мне сделать замки, ты можешь продать мне отмычки. Ты можешь продать мне отмычки? Хорошо, но они ничем не помогут тебе, пока ты не научишься пользоваться ими. Так, яблоко, сыр, отмычки. Вот, мне это все не нужно. Я раньше был ученик. У тебя раньше был ученик? Да, и совсем недавно. И что случилось? Его имя Элврих, он мой племянник. Я был им очень доволен. Но однажды он просто взял и не пришел на работу. А где же Элврих сейчас? И где же Элврих сейчас? Откуда мне знать? В последнее время он частенько появлялся у этого грязного борделя в порту. Не удивлюсь, если он и сейчас развлекается в постели с какой-нибудь шлюхой. Давно его не было. Как давно его не было? Около 2 недель. Ты не обращался к ополчению? Ты не обращался к ополчению? Обращался, конечно. Я попросил их поймать этого лентяя и проследить, чтобы он вернулся на работу. Но я уже об этом жалею. Пусть делает все, что хочет. Рано или поздно он поймет, что без достойной работы в Харинусе делать нечего. Неужели? Назад. Ладно, понятно, короче. Болтали, болтали, блин. Почему они не слушают? Пойдемте эту бабу туда. Вытыкнем из нее. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Просто где она? Эй! Я что-то слышал. Где ты это услышал? Говори.
Извини, что ты не знал этого. Эй, ты, подожди. Мне кажется, я тебя знаю. Что тебе нужно? Я где-то уже видел твое лицо. А, точно. Вот, мы нашли этот листок у одного из бандитов, на которых наткнулись несколько дней назад. Рисунок очень похож на тебя. По-видимому, эти парни искали тебя. Никто ничему не учится у меня. Ну, я сам бы об этом никогда не догадался. Мне боюсь, что я ошибся. Допустим, не догадался. Но он настаивал, что ему... Я сам бы об этом никогда не догадался. Очень смешно. Что этим парням было нужно от тебя? Спроси их сам. Они ведь сидят у вас за решеткой, разве нет? Нет, они мертвы. Ну, тогда мы никогда этого не узнаем. Если у тебя какие-то проблемы, иди и поговори с лордом Андре. Возможно, он сможет помочь. Ты найдешь его в казармах. Не могу поверить в это. Так, ну-ка. Это было очевидно. Да, это, скорее всего, ГГ, наверное, если у всех раз Юра перешел. А вот Грит-то. Эй, ты! Что тебе нужно, чужеземец? Если ты пришел просить милостыню, я вынуждена разочаровать тебя. Я бедная вдова. Меня зовут Грита. С тех пор, как умер мой муж, я слежу за домом моего дяди Торбена. Да, Матэ, он говорит, что ты задолжал ему. Как дела? Как дела? Все как всегда. Но я не хочу жаловаться. Как обычно, любит. Самый интересный момент подлагивать. Мне прислал Матео, он говорит, что ты задолжала ему. Меня прислал Матео. Он говорит, что ты задолжала ему. Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал, ни на что не годится. Ткань отвратительная, а швы расползаются прямо на глазах. А ты видел, какого они цвета? Это не тот цвет, что я заказывала. Это надувательство. Послушай, если бы мой муж был жив, он бы не посмел заявлять такое. Ох, мой бедный муж. Продолжить. Он был таким хорошим человеком. Красивый, работящий, настоящий джентльмен. У нас было все. Богатство, счастье. Иногда нас даже приглашали в высший свет. На торжества, где можно было похвастаться нарядом и прической, на званые обеды. Тогда все было совсем по-другому. Тогда никто бы не осмелился унижать бедную вдову такими... нелепыми заявлениями. А что мне теперь делать? Моя пенсия еле позволяет сводить концы с концами, а жизнь становится все труднее и труднее. Да ты сам можешь это видеть. Людям приходится экономить и потуже затягивать пояса. Уже много недель ни один корабль не заходил в город. Мой муж был капитаном торгового корабля. На самом деле он даже владел этим кораблем. Из своих долгих плаваний он всегда привозил мне подарки. Изысканные ткани с материка, дорогие специи из южных стран. Пенсия, даже там из пенсии. Большинство даже не слышали о таких вещах. Так назывался этот корабль. Мой муж назвал его так из любви ко мне. Я плакала и молилась, чтобы моему мужу удалось выжить в этой катастрофе. Я надеялась. Я ждала новостей о нем. Но все мои молитвы были тщетными. Да смилостивится Инос над его душой. Пусть он спит спокойно. С тех пор мне приходится жить вот в этих скромных условиях. А теперь этот бездушный, бессердечный Матео хочет отнять у меня последние сбережения. Пожалуйста, сжалься над бедной женщиной. Если бы мой муж был жив, Матео не посмел бы сделать это. Ох, мой бедный муж. Ну, допустим, дальше. Сейчас, ребята, все включу, темно, пипец. Слушай, она назвалась? Понятно. Он был таким хорошим человеком. Красивый, работящий, настоящий джентльмен. У нас было все. Богатство, счастье. Иногда нас даже приглашали в высший свет. На торжества, где можно было похвастаться нарядом и прической, на званые обеды. Тогда все было совсем по-другому.
Тогда никто бы не осмелился унижать бедную вдову такими... Короче, зубы заговаривают нам. Где золото? Хватит! Где золото? Но у меня нет золота. Я бедная вдова. Так, я тебя понял, короче, дамочка. Ты раскушена, как орех. Давай, говори, где золото. Собираюсь заплатить сумму за тебя. Что мне придется продать твои вещи? Укладывать деньги или мне придется проучить тебя? Блин, я не знаю. Тут, по идее, конечно, это было бы, наверное, благородно. Она потом бы нам друзья бы набилась, но... Естественно, похоже, мне придется продать твои вещи. Ну, тогда мы просто продадим некоторые из твоих тряпок. Я уверен, что в твоем сундуке их целая груда. Как ты смеешь, деревенщина? Ладно, вот возьми золото. О, видишь, это было не так уж сложно. А теперь, пожалуйста, покинь мой дом. Да, покинь твой дом. Долги там всем, блин, понаделало. А теперь уси-пуси. Я такая невинная, несчастная. Не нужно верить всему, что говорят. Я даже не знал об этом. Да было носопаску с головы. Сундук залез? Нет, нет, нет. Нахер сундук. Я играю как играю, вот все. Вот твои 100 золотых. Вот твои 100 золотых. И? Были какие-нибудь проблемы? Ничего такого, о чем стоило бы говорить. Хорошо. Ты выполнил свою часть сделки. Я буду уверяю, там для меня ничего лишнего наверняка нету. Окей. Достаточно нужен мастеров. Помоги мне стать учеником одного из мастеров. Не волнуйся, я выполню свои обещания. Другие мастера услышат от меня о тебе только хорошее. Ну окей. Музыка какая шикарная, прям так хочется под нее. Он слушал не тех людей. Чем-то заниматься, не знаю, там, каким-то... Не знаю, рукоделием, допустим, вырезать какие-нибудь статуэтки, там, что-нибудь такое. Кажется, заниматься каким-то ремеслом. Так, хорошо, хорошо. Гуська научит жизни покажет, что одной лишь добротой не выжить. Надо и пути показать, и пару черепов сломать. Это гуськи выйдем. Это да. Так, ну шо. Что-то у нас по заданию. Задание до хера. Выполнено тоже немало. Так, надо этому сообщить, что все уже оговорено. У твоей племянницы было 100 золотых монет. У твоей племянницы было 100 золотых монет. Что? Ах, она змея. Это было мое золото. Она взяла его из моего сундука. Отдай мне его. Я должен сначала заплатить Лемару. Матео может подождать. Я уже отдал золото Матео. Я уже отдал золото Матео. Черт. Ну ладно, долг есть долг. По крайней мере, ты не присвоил это золото. Думаю, мне нужно поблагодарить тебя за это. Поблагодарить? Давай, как насчет одобрения, мастер? Как насчет одобрения, мастер? Ватрас дал тебе благословение? Еще нет. Тогда я не понимаю, зачем ты опять пришел ко мне? Привет, ты знаешь мои условия. За Гомеза! Ёпта, за Гомеза. Ты можешь поэтому не отмыть. Так, ну ладно, я тебя понял, короче. Так, хорошо. Надо теперь там что-то орка там. А, бандитов же еще надо порешать, но это потом. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Спустимся вон туда. Что у нас такое? Константин. Что тебе нужно? Я не подаю милостыню. Я хочу поступить в ученики. Мне нужно лечение. Покажи мне. Ну, не лечение нужно, короче. Мне нужно лечение. Зачем? Ты ранен? Конечно. Да. Тогда иди к Ватрасу, он подлечит тебя. И перестань капать кровью на мой пол. Я хочу поступить в ученики. Я хочу поступить в ученики. Правда?
и чьим учеником ты хочешь стать? Я хочу стать твоим учеником. Я хочу стать учеником одного из других мастеров. Я хочу стать учеником одного из других мастеров. Ты пришел получить мое одобрение? Хм. Что касается моего мнения, ты можешь стать учеником любого мастера. Покажи мне свои товары. Для приготовления этого сильного зелья необходимо знание цикла учебного эликсира. Ху-ху-ху! 1000 монет, ну чувак, херел. 1500. Сильное зелье, например, о-хо-хо-хо. Божественная сила звезд. Кость гоблина. Крылья. Звука, понятно, короче. Ладно, короче, конец. Все, пойду отсюда, не буду капать на кровью. Так, там какая-то книга была. И Минос, рассудив мудро, сделал это. Но Аданос боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. О, Валентина, тут и Инос, рассудив мудро, сделал это. Давайте на 300. Эй, ты! Так, что у нас здесь? Так, и но что у нас свет здесь? Был пыткой. Ты не знаком для с хорошими манерами? И все, это что создал Иннос, было грязный сброд. У тебя что, нет работы, которой ты должен заниматься? Но я полагаю, никто понял, что не хватится так не такого бездельника, ничего, как ты, да? Ни света, ну, и ни тьмы. Если бы у тебя было столько же золота, сколько у меня, ты бы уж тоже не работал. Но тебе никогда и не стать таким богатым. Он решил встать между богатым двумя братьями. Ты такой чтобы забавный. Чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего я не я спросил нужно тебя, кто ты такой? Похоже, мне придется получить тебя хожеманьям. Ты еще что-нибудь можешь сказать мне? Но там, где стоял Аданос, я спросил тебя, кто ты такой. Где я, Валентина Великолепная. Ни у Беляра не было сил. Бон Виван и любимчик женщин. Бедный заботами, богатый в мудростью. В этом месте порядок и хаос были женщины равны. Так и бросаются и так на меня. Было создано если море. У тебя есть проблемы, держи их при себе. Мне они не нужны. Это море освободило землю. Ты еще что-нибудь можешь сказать мне? Стань популярным. Деревья, никогда и ничего никому не обещай. И овцы. Бери то, что можешь. И наконец и смотри, появился чтобы человек. Не ввязаться в и драку Аданос с ополчением или с ревнивым мужем. Конечно, он был доволен всеми всего существами в равной степени. Ладно, понятно. Но так велик был гнев Беляра, что он вышел на землю и выбрал зверя. И Белиар заговорил с ним. И этот зверь стал его подданным. И Белиар дал ему часть своей божественной силы, чтобы зверь уничтожил землю. Но Инос видел, что сделал Белиар. И он тоже спустился на землю и выбрал человека. И Инос заговорил с ним, и человек стал его подданным. И Инос дал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Белиара. Вот этот совет пылесоса, бери все, что плохо. И Белиар заговорил еще с одним существом. Но Аданос послал прилив. О, это существо было смыто с лица земли. Это Гост, например, из этого актера, который играл в Осте. Там жали-то. Джон Уок, вот. Озвучка знакомая. Думаю, где ты слышал этот голос?
и заговорил Адана со своими братьями. Как обстановка? Пока все спокойно. И когда больше не должны выступать на мою землю, доставляет нам небольшие она проблемы. Священна. А это озвучка из этого галерея. Но человек и зверь начали войну на земле. Все они пришли из этой чертовой колонии. И гнев богов. Но затем разделились на несколько групп. Часть из них устроили себе логово в горах, а другие присоединились к Канару. И человек убил Но больше зверя, всего проблем доставляют бандиты около города. Элиара. Вот почему ни один из торговцев даже носа не высовывает за городские ворота. Какие вообще бандиты, которые нашли исток моим изображением? Но Аданас увидел, что порядок и хаос с моими изображениями. Мы нашли их неподалеку от поместья Лендлорда. Но они были не похожи на людей Анара. Я думаю, они были частью банды, которая засела в горах около фермы Анара. Но если ты захочешь отправиться туда, позволь мне тебя предупредить. Эти головорезы могут сделать котлету из кого угодно. Я запомню это. Но Аданас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Свидетели у нас понятно. Понятно, короче. Ну, будем стараться. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. Так, ну что ж, ребятки, давайте мы, наверное, на этом сегодня остановимся. Сохранимся. В принципе, мы нехило так сильно побегали. 3 часа практически пробежались тут. Продолжим мы с вами завтра. Завтра стрим будет у нас в 6 часов вечера по Москве. Побегаем тоже где-то часика 3, наверное. И спасибо, ребят, что смотрели, что были сегодня с нами. И подписывайтесь на канал. Завтра будет продолжение Готики в 6 часов по Москве. Буду рад всем, кто будет на трансляции. И, естественно, да пребудет с вами Инос, как говорится, и берегите свое золотишко, ребятки. Всем спокойной ночи, всем хорошего вечера и хороших вам вечерочков, товарищи. Всем до завтра. Пока-пока, ребята. Здесь надо тебя беречь, если ты рядом. Да, уж точно. Ну ничего. Наша, как говорится, еще. Наш праздник на улице наш еще будет. Все, ребятки, пока-пока.